Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Такое чудесное утро. Тирлянский пруд. Вот такое отражение. Хочу поделиться с вами им. Посмотрите на нашу красоту. Я в восторге. Думаю, вы будете в восторге от того, что увидите. Вот смотрите, какая красота. Снимаю утром. Отражение какое в воде. Пруд не шелохнется. И вот такая красота. Ну красиво. Не знаю, как видео передаст все это. Невозможно оторваться. Вот, друзья мои, вот такая у нас красота. Смотрите, какое отражение. Приехал еще раз. Вчера немного снял. Вот сегодня утречком встал. Приехал на наш пруд. Показать вам нашу красоту. Дни стоят ясные, тепло. Зеркальный пруд. И вот такое отражение. Смотрите, горы перевернулись. Надо же. Какая красота чудесная. Вот уточки прилетели посередине пруда. Потом я вам их покажу. Не буду сейчас дергать. Снимаю такую красоту. А в конце видео вы увидите фото, которые я сделал вчера и сегодня. Отражение. Пруд зеркальный. Это надо же. Сейчас что, с увеличением поснимаю. Снимаю с выемки. Тут рядом обрыв. Вот увеличил. Вот видно насыпь бывшей железной дороги. Мне вот здесь особенно вот этот кадр. Посмотрите, как мир перевернулся. Добавляю немного. Вот так лучше будет. Горы. Вот так вот вниз у нас. Камни.
Вот сейчас уточек посмотрим. Где-то они должны быть вот здесь. Нет, в другом кадре. Вот они, уточки. Плавают. Уточки, наверное. Далековато. Слышишь, как птички поют? Птички. Такой наш утренний терлян. Покажу вам. Отойду от края подальше. Вот так. Безопаснее будет. Покажу. Наш поселок. А вот отчаянные скалолазки на краю обрыва сидят и ничего не боятся. Вот это наша выемка бывшей железной дороги. Так вот она вьется вдоль пруда. Много раз я снимал. Ну и что покажу? Для друзей, для земляков, для новых зрителей. Вот я стою на краю. Сейчас покажу вам обрыв. Тихонечко подкрадываюсь. Ага. Вот так вот. Она идет в скале, прорубили в 1912 году, ручной труд был, так вот сделали, люди работали. Так вот она шла. Какая глубокая, с метров 10. Там он повыше. Сейчас пройду на краешек. Видите, как вот тут с одной стороны, значит, обрыв, и с другой стороны обрыв. Вот пруд. Показал я вам нашу выемку. Такие скалы и скалолазки. Вот они. Не боятся ничего. Вот и что подошли. Ух, отчаянные. Вот так вот шла дорога железная. Вот выемка. Видите, так вот она. В таких скалах было все прорублено. Скалолазки. Не могу, друзья, оторваться от этой красоты. Снимаю с разных ракурсов. Хочу, чтобы вы насладились этими кадрами.
нашей красотой. Вот мысок. Летом здесь отдыхают наши гости. Мы иногда приезжаем. Вот вдали красной и крыши видно, это туристическая база, Зеленый мыс. Ну и конечно, вот вдали гора Машак. Мы ее называем гора Медвежья. Такое отражение. Ну и наш поселок. Вот этот край я не показывал еще. Посмотрите, полюбуйтесь. Ну спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео. Были со мной. Увидели нашу красоту. Всем пока, мои друзья. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.